Я не можу розказати, бо моє дитя оце робило тут. Оце. Вона вчора ще на роботі була. А вчора оце вечором случилося. Ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго тушили пожежу в Подільському районі, де в результаті обстрілів згорів торговий центр. Пошкоджено 6 житлових будинків. 3 з них, на жаль, непридатні більш для життя. 8 людей загинуло. Украинские националисты продолжают использовать жилые кварталы населенных пунктов и социальные объекты в качестве живого щита для размещения своих артиллерийских систем и ведения массированного огня по российским военнослужащим. Так, на окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим. При этом площади, расположенные рядом торгового центра, использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня.